Добрый день, дорогие гости, уважаемые участники. Мы очень рады видеть вас. По сложившейся традиции, в октябре месяце мы проводим турнир по бильярду в памяти Петра Николаевича Зайцева. И приглашаем спортсменов, ветеранов, знавших его лично, чтобы вспомнить, какой замечательный след он оставил в истории района. Петр Николаевич, как вы знаете, был человеком разносторонних интересов, наделенных талантом и очень любивших жизнь. Его организаторские способности проявились на посту главы администрации Кошкинского района. С 2000 по 2004 год наш район с его руководством вышел на передовые позиции в области по многим показателям – в сельском хозяйстве, культуре, спорте, молодежной политике. Петр Николаевич Зайцев обладал обширными теоретическими знаниями и практическими навыками в различных отраслях производства. Его отличительная черта – простота в общении с людьми, внимание к нуждам, верность данному слову. Лучшей ему памятью станут новые успехи среди тех, кто продолжает его дело. Турнир по бильярду, посвященный памяти Петра Николаевича Зайцева, открываем гимном Российской Федерации. Для поднятия флага приглашаются победитель прошлогодней команды, капитан Константинов с командой «Константиновка». Равнение на флаг. Уважаемые участники, звучит. Еще раз вспомнили нашего друга Петра Николаевича Зайцева.
Всех с праздником, успехов, всем всего самого доброго. Прошу вручить благодарности памятной песни Малову Виталию Петровичу за воспитание молодого поколения своих добрых примеров и активных участий в спортивной жизни района. Сегодняшнего турнира Досов Михаил Иванович. Я думаю, неоднократный уже участник этого турнира. Любитель, гимнист, всегда на любых соревнованиях. Михаил Иванович. Спасибо. Ну, это ветераны нашей нервы. Да. Вот действительно, значит, уже в возрасте, значит, практически каждый день в старую школу, значит, да, там у них свой, значит, да, скажем, значит, оргкомитет, все там они потихоньку играют, значит, общаются, там не знаю. Вот из-за этого такой, значит, да, крепкий, да и здоровый себе, дай Бог вам здоровья. Ну и по традиции награждаем самого юного участника, это Никифоров Сергей из константиновской команды. Я думаю, что у него еще все впереди, но на следующий рецидив посмотрит и будет в дальнейшем этот вид спорта бить. Была команда сельского поселения Константиновка. В 2012 году победила команда сельского поселения Новая Кармала. В 2013 Константиновка. В 2014 Физуловская команда победила. В 2015 и в 2016 победители константиновские ребята. И, в общем-то, радостно за то, что здесь проводится, и победители являются именно эти спортсмены. Слово предоставляем главе сельского поселения Большая Константиновка Платоновой Елене Ивановне. Добрый день, уважаемые гости и участники турнира по бильярду. Сегодня на территории нашего поселения проходит очередной ежегодный турнир по бильярду в памяти, посвященный Петра Николаевича Зайцева. Для нас это большая честь и огромная ответственность. Как было ранее сказано, мы тоже со своей стороны готовились к этому мероприятию, готовили Дом культуры, и он встречает вас сегодня в обновленном виде. Поэтому желаю всем вам сегодня провести интересную игру, новых результатов, ярких побед и хорошего настроения. Пусть победит сильнейший. Жители Кошкинского района всегда сохранят светлую память о Петре Николаевиче Зайцеве. Почтим память минутой молчания. Спасибо. Мы собрались сегодня для того, чтобы крепче подружиться друг с другом. Давайте вместе с вами создадим соревновательную атмосферу, атмосферу сердечности, доброжелательности, взаимного уважения и понимания. Пусть дружба объединит всех нас. Слово предоставляется главному судье соревнований Виталию Петровичу Малову. Ребята, тут главное все знакомые, все друзья, все ветераны собрались, которые действительно любят бильярд и от души играют. Я вас приветствую. Очень рад вас всех видеть. А много говорить не буду. Правила вы более-менее знаете. Если вопросы будут, сам буду судить, там уже по ходу все лишние вопросы. Договорились? Если вопросы есть, сразу говорю. Thank you.
что, вон вы там, да. А, может, тогда не сильно, правда. Не-не-не-не-не-не.